Вот и лето пролетело. И впереди нас ждет последний уикенд жаркого сезона. Синоптики обещают солнечную погоду. И это отличная возможность прогуляться, либо посетить мероприятие на открытом воздухе. Таких в эти выходные будет много. Куда сходить и что посмотреть, расскажем в рубрике «Афиша». В пятницу футбольный клуб «КамАЗ» принимает на своем поле гостей из Самары – команду «Крылья Советов-2». Состав можно назвать молодежным. Средний возраст игроков составляет 18 лет. Сейчас самарчане занимают 10-ю строчку турнирной таблицы, в то время как «КамАЗ» уверенно обосновался на 5-й. В эти выходные набережные Челны вновь станут центром грузовиков. В Автограде уже в 10-й раз пройдет конкурс среди водителей магистральных автопоездов. Участники показывают мастерство вождения многотонных фур. Как ювелирно такие махины проходят маршрут, можно только восхищаться. Интересно будет и участникам, и зрителям. Долгожданный народно-обрядовый праздник Ивана Купала состоится в субботу. В этот раз гости увидят не только выступления фольклорных коллективов, но и реконструкцию, а также смогут принять участие во множестве мастер-классов. Завершится праздник плетением венков и спуском их на воду. Впервые действо пройдет на новом месте – на набережной Тукая. Если одного праздника недостаточно, в воскресенье можно окунуться в народное творчество. На площади УДК «КамАЗ» состоится региональный фестиваль «Город мастеров». Участие в нем примут умельцы со всего Закамского региона. Для зрителей подготовлен концерт и мастер-классы. Но в центре всеобщего внимания окажутся изделия народных промыслов. Отсутствие снега – не повод откладывать тренировки. Пока спортсмены убрали свои лыжи до наступления холодов, им на смену пришли роликовые лыжи. Открытый чемпионат и первенство города по лыжероллерам и кроссу среди лыжников будут проходить 2 дня. Один состоится завтра на набережной Табеева, а второй пройдет в субботу в парке Прибрежный. Мероприятия приурочены ко Дню города и Дню республики.